конец сезона мне стали больше доверять тренерский штаб. Я много играл. Получается, играл то в первой четверке, то во второй. Но это неформально, но все равно. Играл с бразильцами, с Алимао, Карлинес, там, со Скиадиньо. Очень опытные футболисты. Многому научился у них. Считаю, что, в принципе, мы сыграли достойно. К сожалению, у нас не получилось пройти дальше. Обидно, что не оправдали ожиданий. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, всем, кто за нас переживал. Считаю, что Дина должна бороться только за самые высокие места. И в следующем чемпионате мы постараемся сделать все возможное и выиграть его.